Всем доброе утро. У нас сегодня волнительный день. Идем с Аней на первый экзамен. Аня после 9 класса поступает в колледж на графический дизайн. Сегодня первый экзамен по рисунку. Уже знакомых увидела девочек с курсов. Будем ждать с Наташей, мама Юли, Данченко. 3 часа. Анька, ни пуха, ни пера тебе. Давай, Летя. Иди вперед. Ходи. Меня называли прозвище «Имя». Вы чуете свое прозвище «Имя»? Стоите рядом с ним. И потім, куди він йде, ви йдете повністю за ним. Зрозуміло? Не почули, щось пропустили, не хвилюйтеся. Буде стояти людина, яка потім, після того, як заберуть, направить дитину, розкаже, куди він кінчить, відведе. Тобто ніяких проблем немає, це діти. Зрозуміло? За вам всім удачі. Добрий день, мене чутно, так? Мама Ірія. Бардышева Ева Викторівна. Уманицький Тимофій Дмитрович. Входимо. Юрниченко Наталія Петрівна. Юлія Андріївна. Данилюк. Данченко Юлія Олександрівна. Є? В туалете. Редька Богдана Володимирівна. Иди, иди. Сенченко Михайло Павлович. Є? Є? Конь Аліна Олександровна. Прізвище наступні. Лисенко Катерина Романівна. Броні, сюди, будь ласка, виходьте і беріть з собою обов'язково ID-картку і свій туди екзаменаційний лист. Броні, Олеся Михайлівна. Іванцова Ганна Чарківна. Навроцька Єва Джаманівна. Рябченко Максим Петрович. Пешенко Володимир Олексій. Костаренко Яна Євгеніївна, Андрущенко Зоймір Володимирович, Злобіна Анастасія Дмитрівна, Зохай Дар'я Євгеніївна, Ландрат Юлія Олексіївна, Шевлюга Діана Сергіївна, Макуха Юрій Олександрович, Юрченко Дар'я Олександрівна, Маренич Каміла Андріївна. Ожидают. И я в том числе. Все будет хорошо. С почином нас. Первый экзамен сдали. Отмечаем. Аня, что это ты делаешь? Очищаю. Что, грязное? Ну, это... Дерево. Я взяла солянку. Аня, роллы. Тортик. Облепиха высок. Приятного аппетита. Вот второй день поступления. Сегодня рисунок по анимации. Лера, получите за диктант. Спасибо, я тебе дозволю. Аня.
Встретила тоже подружку. Переживает, волнуется. Но думаем, все удастся. Юля Данченко. А где же мама ее? Юля сидит отдельно, Юля. В смысле? В прямом. Она, короче, она настолько большая, что после речения останавливается где-то на 10 секунд. И ты можешь за это время, типа, мысленно подчеркивать вот эти вот все свои... Опять наугад. Можешь подчеркивать? Не-не-не, в уме я не знаю. У меня, вот, например, чтобы вам сказать, в моем диктанте слов тяжелых не было. А вот коммы и вот эти расставные знаки, это, конечно же, труба. Да, потому что за них меньше снимаю, больше снимаю, за, если я не вставала там всякие коммы. Чем за слово? Чем за слово, да. Нечестно. Ну, вообще несправедливо, что капец. Кстати говоря, я вчера писала, буду надеяться на анимацию, что хотя бы анимацию, да. Я вообще думала, не буду париться, потому что мне больше важнее кирпичный дизайн. Я тоже намного в окне, но я буду париться, как бы, потому что одну полюбил, а в следующем году я перерисую сразу. Можно? Серьезно? Прям все равно не будет. Селезнёва! Маренко, Зоценко, я перепрошую, якщо неправильно прізвище буду називати. Михайлюк, Каченко, Качук, Каткаленко, Балетова, Никітчик, Волоченко, Рижук, Стойко, Касьяненко і Громов. Амен 9-8. Будь ласка. Тинянська Катерина Юрівна. Журавець Софія Ігорівна. Карлюченко Єлизавета Русланівна. Андрієвська Кристина Олександрівна. Шацька Софія Олександрівна. Вайкун Данило Олександрович. Рудий Марко Володимирович, Соколь Дар'я Євгеніївна, Рябченко Олег Дмитрович, Вантрат Юлія Олексіївна, Івацова Ганна Дмитрівна, Макуха Юрій Олександрович, Рябченко Максим Дмитрович, Георгиця Кіра Антонівна, Бучинська Тетяна Кирилівна. Хто почув, будь ласка, прошу дзвонити. Это специально для много мальчиков.
Все. Аня пошла на второй свой экзамен по графической анимации. Родители остаются на улице. Будем ждать 3 часа. Уже выходят с экзамена. Кто быстрее справился? До окончания экзамена 3 часа. Информация для абитуриентов. Такое было задание на графический дизайн. Кувшин, куб нарисовать. А второе показывали на 15 минут. Замок. И надо было проимпровизировать. Жду Аню с экзаменом. Сейчас Аня выйдет. Выходят. Вот там сверху будет спускаться. Анечка, идем. Все? Да. Все, что ли? И вот и Лиза вышла. Ты все уже, да? Да, я все. Ну, теперь будешь следить за рейтингом. Да.